Привет, привет, дорогие мои, привет, привет. У нас очень вкусный мукбанг. У меня щи с большим количеством, ой, вилкой лезу, большим количеством мяса. В принципе, как холодец. Когда он был холодный, он аж застыл. Вот. Вот так вот. Со сметанкой все дела. Дальше стручковая фасоль с колбаской. И с помидорами, и в омлете. Вот такая вот штучка. Лёшка, положи тебе. А? Вот это. Омлет, стручковая фасоль, колбаса. Ну, положу. Еще у меня такое чудо. Тетя ложечку не взяла. Ну и не надо. Авокадо это вещь. А вы спрашиваете у меня про родителей. Честно сказать, ну, хорошо. Про родителей. Мама у меня родилась в Алуште. Папа в Смоленске. Мама работала на стройке штукатуром-маляром поначалу. В смысле, она всегда им работала, только потом стала бригадиром в строительном управлении. В мощном таком строительном управлении. Я до сих пор помню, как она нас будила утром. Мы жили в стройгородке за Ялтой. Она нас будила. Одевала, обувала. Косы Таньки заплетала. Мне не заплетала, потому что у меня не было таких волос. Я была вшивая вечно. Вот. И вечно она очень далеко работала. Оденет нас. Соберет. И где-нибудь в 6:30 поставит возле дверей садика. И стоишь, на улице холодина, темно, стройгородок это за Ялтой, там даже снег бывал, не то что в Ялте, да? Ну, маме деваться некуда было. Папа работал шеф-поваром в санатории «Марат». Я даже не знаю, существует он сейчас или нет. Наверное, существует. Папа уезжал на работу очень рано. Кухня же открывается рано. К 5 утра, что ли. Ну, что-то такое.
Мама обычно очень далеко работала. До сих пор помню, как мы ездили с ней в Севастополь. Она очень долго работала в Севастополе. Еще чего-нибудь, Лешенька, в этой жизни хочется? Что-нибудь, может, и хочется. А что тебе хочется, сыночек? Щи обалденные. А я сказала, что это щи? Ну, в общем, вот так. Во время перестройки... Прошло время. Отец отучился на моториста. Начал работать на корабле. Потом все-таки опять на корабле стал поваром. На маленьком. Метеостанция. Я даже не помню, как он назывался. Альбатрос. Ну, не имеет значения. А вот. Чем для нашей семьи? Папа всегда очень мало зарабатывал. Моряки вот такие вот, которые там не за границу, всегда очень мало, ну, по сравнению с мамой, он мало зарабатывал. Но у него была спасительная для нас работа в плане дефицитов. Вот. Он брал продукты на корабль на горкомовской базе. Как вы понимаете, что дома было все. Мясо, шпроты, болгарский кетчуп, тушенки. В общем, ветчины там, то все. Это же все было, как бы, оно все недорогих денег стоило, только их не купить было. Вот. И за тот же кусок мяса, который даже дарить не надо было, достаточно было его продать, но то, что ты продал, это уже счастье было. Вот, поэтому это, конечно, было... Please drive to highlighted route. Это было круто по тем временам. Потом отец, началась перестройка, толком никому не платили, очень тяжело было. Во время перестройки мама моя ходила на Колым и делала людям дачи, ремонты, все дела. Как-то надо было выживать. Вот. А отец... На корабле они начали ездить в Турцию. Стамбул находится практически... Напротив Ялты. Да. У тебя какая-то другая информация? Ну, может, напротив Дорогина. Ну, надо будет просто изучить этот момент. Чуть надо. А, ну, видишь, какой ты молодец. Главное, чтобы ты об этом знал. Когда я будешь туда в лодке переплывать, ты, главное, помни, что не так вот, а вот так вот, чуть-чуть правее, хорошо? Я туда. Какой мне бесит. Вот, и они начали ходить в Турцию, возить ртуть, возить рубли русские. Тогда такие деньги были, блин, за 200 рублей железных с Лениным можно даже тачку было купить. То есть отец покупал, знаете, наборы богатырские, пластиковые, помните советские? Вот этот вот шлем, меч и щит. Вот так, что ли. И трындец, как их разбирали турки, турецкие дети. Просто это вообще жесть. И вот они набирали это целыми горами, туда приезжали, приходили на рынок и торговали этим всем. Вот это вот кольцо первое, наверное, с первой или со второй поездки, которое папа купил маме. Ну, вообще купил. Я не думаю, что прям маме, но купил. Оно недорогое, оно дешманское. Ну, как бы турецкое золото. Вот. А мама начала колымить, все выкручивались как могли. Соответственно, на этой волне там очень многие, ну, например, в Фаросе, да, дача Горбачева. Когда дачу Горбачева устроили, наняли именно отделочников из этого строительного управления, чтобы они Горбачева отделали эту дачу.
там их сразу собрали, дачу охраняли полностью погранцы, дача стоит прямо на берегу моря. Вот, их всех собрали, сказали, ну, представьте, это же жарище, ты работаешь в жаре, по сути, в Ялте. Вот, им сразу сказали, что им запрещено мыться на этом, купаться на этом берегу в море. Ну, типа, грязные рабочие будут тут купаться. Вот, потом, значит, я не знаю, что там было, но был скандальчик такой, когда Раиса Максимовна с дочерью приезжали на эту дачу, смотреть ее, как ее строят, все. И доченька начала лазить там по этому, внутри этой стройки, залезла на балкон, и что-то всем показалось, что балкон вот-вот отвалится, там все обсрались, капец. Я не знаю, привлекали кого-нибудь чему-нибудь, не привлекали, не знаю, но как бы шухер был такой. Вот, дачу Макаревичу, дачу Софии Ротару, мама, ну, мамина бригада отделывала. Причем мама всегда больше, всегда же была, как сказать, конкуренция между Пугачевой и Софией Ротару в советское время. И маме всегда нравилась именно Пугачева. И вот когда она делала дачу Софии Ротару, а, даже, по-моему, она потом продала ее Софии Ротару, потому что... Ну, не важно. И вот когда они делали дачу Софии Ротару, она, конечно, была удивлена ее поведением. Пока строители работали в доме, София Ротару работала на улице. В платке, в спортивках. Газоны делала, рыхлила землю, садила цветы. На улице был большой деревянный стол, его накрывали, кормили рабочих. Она вместе с ними садилась и кушала. Все знали, что это дача для Руслана, для сына. Я Руслана очень хорошо знала. Она хоть и не жила, София Ротару, в Ялте постоянно, да? Но в Ялте постоянно жила бабушка, ну, мама и сын. Руслан учился в соседней школе. Вот. Ну, такой, кстати, очень всегда был скромный и порядочный, нормальный мальчик. Он, ну, по-моему, чуть-чуть старше меня был. Иногда у нас там был кабак-погребок. Вот. И на набережной, если кто-нибудь был на набережной, подвесная дорога. Вот как ты, когда идешь к подвесной дороге, между набережной и подвесной дорогой, кабачок есть, там такой подвальчик, подвал. И у нас это было модное место, мы там собирались, он там часто был. И эту дачу София Ротару готовила подарить сыну на свадьбу. Об этом все знали. Ну вот что значит воспитание советское, да? Не в ее. Она все время стеснялась это сказать, что это для сына. Как бы у нее ни спрашивали, она никогда не говорила, что это для сына. Вот, там со стройкой были тоже проблемы. Она где-то за границей увидела шикарные крыши. Не знаю из чего, но какие-то вообще необычные для нас крыши. Она заказала, ей привезли из-за границы этот материал. Она сказала, что она хочет именно такую крышу. Ей покрыли эту крышу, и первый шторм на море снес нахер всю эту крышу. Знаете, как в анекдоте, да? Не выделывайтесь, товарищ Иванова, слушайте валенки. И в итоге она поняла, что из-за нашего климата, да, все-таки надо согласно климату смотреть уже, что ты хочешь. Ну и сделали обычную крышу, там какую-то черепичную или какую-то красивую. Ну тоже красивая, но хотела она что-то финдибоберное. А финдибоберное шторм снес нахрен. Ветер с моря. А ветер с моря, извините меня, при мне, когда шторм был, так каменные пирсы переносил. Всю набережную переворотило так, как винегрет. Столько людей погибло, это кошмар. Просто ветром морским. Вот. Вот так вот. При том, при всем, что моя мама много работала, она всегда, каждый вечер, когда приезжала с того же Севастополя, вот приедет она в 9 вечера, когда бы она ни приехала, надежды на то, что мама не проверит дневник или не проверит домашку, не было вообще ни у кого. Совсем. Надежды, что мама хотя бы 3 раза в неделю не созвонится с классной,
вообще не было. Она настолько боролась за наше воспитание, за наше обучение, что папа этим никогда не занимался. Ну, как некоторые. Так же. Вот. Мама любила ходить на мои собрания. Некоторые это кто? А что, ты занимался сильно обучением детей? Да, у некоторых твоих не детей было... до сих пор психологические травмы от моих занятий. Вот. И мама любила приходить на собрания ко мне в школу. Просто жалел детей. Потому что собрания, собирали школьные собрания огромные, да? Вот. И обязательно это школьное собрание открывала я с бандурой. Родители усаживались, а я: «Ой, заграйте дударики на дудах кленовых». Вот, и мама сидела гордая. Безумно гордая. Я честно вам скажу, я на самом деле, меня в школе любили. Я была хорошая девочка. Училась я не всегда хорошо, поведение у меня не всегда было хорошее. Ну, какие-то такое, где-то выступить, где-то кого-то подготовить, помочь маленьким где-то что-то. Я везде была на подхвате. Одно время, правда, на меня жаловались учителя. Я как-то запоем начала читать. Пошли новые книги зарубежные. И мне библиотекарь по блату, так как я лучшей была товарищ в библиотеке, начала их давать, уверенная в том, что я их верну в целости, в сохранности, все дела. И я как, вот эти все «Королек», «Птичка певчая», «Унесенные ветром», «Поющие в терновнике», я читала просто взахлеб. Валя маленькая была, и под дверь падал свет. Так я втихаря в туалете читала. Посижу на унитазе, посижу на ванной, посижу, поболела. А ну я сижу, и плачу на взрыв, особенно «Королек», «Птичка певчая». Вот. И вот тогда начали учителя на меня жаловаться. Что я на алгебре, например, читаю. И уже алгебраичка сказала: «Лариса, я, если я в этом месяце, в этой четверти не увижу тебя на уроке с книгой художественной, то тогда у тебя будет оценка такую, какую ты заслуживаешь. А так я тебя вообще занижать буду». Вот, это, ну, как бы единственное. А так, в принципе, классная руководительница была у нас, Холодняк Татьяна Анатольевна. Она была такая строгая, она такая жесткая была, физичка. А она очень хорошо общалась с мамой. Ну, это не мешало ей, если я выйду к доске с подкрашенными глазами, сказать: «Азарова, а ты вообще не пыталась прийти в школу в купальнике? Ну, у тебя же нет разницы, пляж, школа. Если ты считаешь, что это одно и то же, значит, в школу можно прийти и в купальнике». Вот. Но она меня все равно любила, хорошо ко мне относилась. Умерла, к сожалению, от рака. Но на самом деле, мне кажется, мы все ее любили. Хоть она была... Я верите, перед контрольной мы просто жрали шоколад, чтобы быть умнее. У нее ни хера не спишешь. Прямо вот справедливая, жесткая тетка. Вплоть даже если ты сегодня не был на уроке, когда она рассказывала тему, она никогда, ни в коем случае не спросит тебя на следующем уроке. Никогда. Потому что ты лично не слушал ее объяснение параграфа. Ну и что, что книжка есть? Ну и что, что прочитать можно? Никогда не спросит, потому что ты лично не слышал то, что рассказывала она. Ну такая классная тетка была. Ну вот так вот, ребятушки, вот так и жили. Спали врозь, а дети были. Крутились. Мы же попали в самые страшные времена. Ну, конечно, не сравнить, конечно, Великую Отечественную войну, я тут не претендую. Но насколько мы страшного попали... Это вообще, и я думаю так, что россияне, например, попали меньше. Ты о чем? Ну, я всех... Да, потому что, если брать, да, допустим, мы жили в Украине. В Украине сколько раз менялись деньги? Угу. Купоны. Купоны были несколько раз, был дефолт, потом опять какие-то новые купоны.
У нас какие-то там не русские сидели на рынках, прям жгли их кучи, деньги эти. Потом появились гривны, потом еще какие-то новые гривны. Это жесть была, это жесть. У меня бабушка продала дом за 70 тысяч. Вот чего, даже уже не помню. И положила каждому внуку. Вот у меня в Харькове. Ну, все правильно. В Харькове, получается, два брата и сестра. И мы. И она разделила, каждому поровну положила на книжки деньги от дома. И сказала родителям, вы даже не претендуете, вам ни копейки не достанется. Родители купили ей квартиру, она жила в квартире, и все деньги положила внукам. Все, мы с Лешкой уже поженились, приехали в Ялту, пошли куда там, в банк. А они говорят, давайте свидетельство о браке. Я говорю, блин, а мы забыли свидетельство о браке. Ну, можно хотя бы посмотреть, какой счет там, все дела. Она говорит, мне нужно свидетельство о браке. И мы вроде, блин, ну, пожалуйста. Они говорят, девушка, у вас тут такая сумма как раз на булку хлеба. Поверьте, вам даже пытаться незачем. На мороженое. На мороженое, она сказала? Ну, понимаете? И столько в нашей жизни было передряг, столько в нашей, а дефолты потом, во время Ельцина. Сколько всего было, ребята, это не дай бог. Вот так, дорогие мои, вот так мы и жили. Бились как могли. Работали как могли. Мама, в принципе, хорошо зарабатывала. Отец потом начал ходить за границу. Потом он стал работать шеф-поваром на нефтяном танкере. Я уже рассказывала, когда-то они... Лёш, где их арестовали? В Панаме, что ли? По-моему, ты каждый раз разное говоришь. Ну, не помню я. Марокко? Ну, где-то в Латинской Америке. Где-то в Латинской Америке. Что-то там на хуевертил их капитан. Их арестовали, корабль арестовали, а вот, и не выпускали. Их, они почти, что-то там, то ли полгода, то ли год. Меня уже не было, я была уже замужем в Новосибирске. И их там держали местные же, и просто их тупо все бросили. То есть они же крымчане, то есть они вроде как не русские, и Украина не собиралась за них биться, там как-то их оттуда вытаскивать, еще что-то. И они там сидели. Те времена, когда наши самолеты чуть ли не взрывали, знаете, когда мы были никто и звать нас никак. И вот их местные жители подкармливали, они ходили на демонстрации, за одного проголосуют, им дадут какую-то жрачку, за другую проголосуют. Ну вот так вот и жили, пока уже не поехали в российское посольство, и российский консул буквально по чуть-чуть этими, так скажем, группками не начал... выбивать им разрешение, чтобы они уезжали. Приехали без копейки денег, сколько они отработали там до хера. То есть, ну, тут уже лишь бы вернуться. Вот. Так что все было не сладко, ребята. Вот такие вот дела. Вот так жили мои родители. Приятного аппетита. Пока-пока. Целую вас крепко.